Добрый день, такой отличный LX570 приехал к нам сегодня на химчистку моторного отсека. Защитные все пластики, экраны были уже сняты. Обязательным этапом при химчистке двигателя все контакты, все электрические соединения обрабатываются специальным защитным составом диэлектрическим, чтобы в случае попадания после нанесения химии все чистится кисточками и щеточками, потому что под капотом очень сильные загрязнения, их невозможно отмыть бесконтактно, кто бы вам что ни говорил. Все поверхности законсервированы, будем теперь его собирать обратно. Все везде чистенько, все опрятно. А вот так выглядит уже помытый, вычищенный двигатель. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malahov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!